Шевелите, надо было что-то же говорить. А они не знают, понимаешь, не знают, не подготовленные были. Шарахнули. Да, потому что они сами, многие задумались. Что делать? Потом один вышел там, так, я не помню фамилию, что это необходимо сделать, что надо жить и работать. Ну, самороспуск думал, он предложил сразу. Они сказали, ну сейчас коронавирус, пока типа надо справиться с коронавирусом, потом самораспускаться. А факт тот, что никто по пути-то и не выступил. Нет. Проголосовали все за. Вот они сейчас, по идее, по факту, вот только принимается 22-го, Дума самораспуск должна объявить о своем. Новую Думу надо набирать. Новая Конституция, новая Дума. Эта Дума себя изжила. Не выборы, а еще маленько погодя утверждение же будет. А утверждения они уже не утверждают. Уже президент только подписывает. Вот. И потом так уже будет вопрос по Госдуме. Нет, они уже должны, по идее, этот вопрос решить. Самороссов. Если президент их распустит, вот тогда совсем другое. По Совету Федерации. А Совет Федерации давно уже право разогнать. Да? Вот именно. Просто сидят деньги получают. Ну. Контролирующий орган. Мало неизвестно, того, что он контролирует. Получает губернаторские свои хорошие зарплаты. Да. Плюс тут еще. Там миллионы летят. Миллиарды. Ну да, в общем миллиарды. А Путин ни при чем. Ага. Путин ни при чем. А Госдума-то как при чем тут Путин? Путин-то при чем? Госдума это все решает. Да, это решает не. Совет Федерации, да, тоже свои вопросы решает сам. А подписывает. И до сих пор вот пока все у них не пользуется. Совет Федерации. А да, ему некуда деваться, его подписывать или не подписывать. Вот и все. Он не может блокировать все. Работу. Госдумы. Скажи, американцы прикажут и подпишут, да? Да не прикажут, американцы. Уже не прикажут. Я что-то не пойму. Везде мешают американцы, а здесь не могут. Ой, господи, ты бы посмотрел, что в Америке говорят про русских. Там везде русские лапы, след. И что только нет, везде русские виноваты. Пошел, чихнул, да меня русские заразили. Да, аварии же дорожные, это русские виноваты. Да, русские виноваты. Да что ж такое? Наших там не жили. Там наших нет, а все равно мы виноваты. Я не слышал такого. Я не слышал такого. Ты не слышал? А вы где-то... Ну, по телевизору, блядь, показывают. А, ну, потом по ящику там, да, такое показывают. Я с вами согласен. Ну, а стоп, вопрос. Саня. На звезде, наверное, да? Саня, а? Саня, посольство закрывали? Знаешь же? Да, знаю. В каких городах уже закрыли русские посольства? А вы знаете, за что закрыли? За что? То, что русские чудят. Чудят? Да. Поэтому закрыли. Они считают, что это шпионское гнездо. Да какое шпионское, сейчас ну, интернет. Мужики, вам что, 41-й год или 17-й, там, 1917-й? Они нет, они сказали, что вы шпионы все, разведчики. Кого сейчас? Все разведчики там работают. Такие технологии, сейчас с космоса. Понятно с тобой. Спичную коробку рассмотришь, что надо послушать, что вы какие-то шпионы. Вот что в голове, средневековье что ли, ё-моё. Это не мне говорить надо. Но. А у тебя, Коля, все информация с телевизора, да? У меня вся. Ты с телевизора веришь? Я есть, смотрю. По первой программе. Ну, ясно. И да не, ну я. Я сразу, как ты зашел. И по РЕН-ТВ смотрю вести. Слушай, я уже так различаю людей. Я как зашел, я сразу по тебе определил, что ты смотришь вести. Да. 24 Киселева Соловьева. Почему? Не, ну, Вести 24. Киселев Соловьев на второй программе, я первую смотрю. Ну, первая то же самое. Да где то же самое-то? Они разные.
Коленька, я вас уже по лицу определяю, кто телевизор смотрит. А я тебя по лицу определяю, что ты только, блядь, в интернете сидишь и козлов там этих всех смотришь. Там. Американ. У тебя одно лицо, нахуй, понимаешь? Американц. С американцами стало, блядь. Нет, ты... Жопу готов лизать им, нахуй. Ты бери круче. Да я что круче-то? Я же добандерец. А ты знаешь, что вот эти коллекторские агентства, это все американские здесь. Ого. Вот это поворот. Это ты даже не знал? Они подчиняются. Первое коллекторское в Москве сидит, оно подчиняется чисто американскому гражданину. Он создал эти коллекторские агентства по всей России, блядь. Вытряхает деньги. Ты даже этого не знал. Вот эти жополизы, они тебе не скажут, что они жопу лижут американцы. Ну, вообще-то, а какой у тебя телевизор? Не ламповый? А зачем мне этот телевизор-то? С коллекторами я сам сталкивался. Я знаю, что это такое. Ты, если хочешь, почитай, я тебе дам. Это к тебе коллектора америкосы приходили? Да. Прям с Америки? Ну, не с Америки, они работают на Америку. Ага. По-американски? Бывшие... А разговаривали как, по-американски? Да мне похуй, как они бы разговаривали. Пиздец, я такого еще... Не слышал. Бежали они как американцы, трусливые, блядь. Вот это я видел. Ладно. Нихуя тебе по телевизорам настучало. Как ты сказал, посольство что, играют, что ли? Заигрались, мальчики.